Мы находимся на основной дороге, ведущей в ЖК «Изумрудный город». В прошлом году ее капитально отремонтировали. Но можно ли считать этот путь безопасным? Это дорога озеленителей. Только по ней можно попасть в жилой комплекс. Здесь нет ни тротуаров, ни фонарей. До ближайшей остановки и магазинам жителям приходится ходить по проезжей части. В раннее время суток, в вечернее время суток просто невозможно. Темнота кромешная, и с детьми ходить просто страшно. Какой-то происходит квест. Это единственная дорога, которая ведет нас и к школе, и к саду, и ко всему остальному. Когда люди покупали квартиры в новом комплексе, им пообещали, необходимую инфраструктуру организуют, в том числе сделают дорогу безопасной для пешеходов. Но уже больше года добиться от администрации тротуаров и освещения не удается. Уважаемые администрации города Оренбург, убедительно просим, поставьте хотя бы один фонарь на улице озеленителей, новый комплекс ЖК «Изумрудный город». Невозможно ходить пешеходом. Жители комплекса писали обращение и даже были на приеме у первого заместителя главы города. В прошлом месяце им пообещали, вопросы рассмотрят. Но сколько еще придется ждать, неизвестно. Такое впечатление, что мы живем в параллельных мирах или мы вообще в другой стране живем. Вот мы не в этой стране. Администрация сама по себе, а мы сами по себе. У меня дочь писем 5 написала, в том числе и на государственные эти вот услуги. И ей тоже вот такие же ответы. Боятся жители приближающейся зимы. В прошлые годы улицу озеленителей не чистили. Дорога для школьников и молодых родителей с колясками опасна. А завалы снега и вовсе станут непреодолимой преградой. Мы направили запрос к главе города. Ждем ответ и продолжаем следить за ситуацией. Диана Кузимбаева, Алексей Назин. Новости дня.